Пятые уровни в нашей игре не пользуются особой любовью ни разработчиков, ни вододелов. Изредка кто-то спускается с восьмерок десяток в такие низины. Может до шестерок, не ниже. А между тем на пятом уровне тоже иногда попадаются интересные машины. Раньше была имба Т-67, которая затмевала собой всех остальных. Но ей крылышки подрезали немного. Не смертельно, но ощутимо. Но осталась машина, которая им будет по-прежнему. Ее не только не понерфили, но и хпшек добавили, как и всем низкоуровневым машинам. Да и не могут ее понерфить напрямую, потому что прем. А премы просто так не понерфишь. Вони поднимется, дай боже. Итак, встречайте. Тяжелый советский танк 5 уровня КВ-222. Тут все хорошо. У танка неплохая пушка. Почти всех одноклассников он спокойно пробивает на основных снарядах. Бронепробитие 99 мм, но этого вполне достаточно, чтобы карать всех направо и налево. Если попадутся особо крепкие противники, то всегда можно воспользоваться голдой. Благо боекомплект 120 снарядов, и можно возить и того, и другого, и третьего без ограничений. А вот в ответ он получает далеко не всегда. Броня у танка не ультимативная. Но машин этих в рандоме не особо много, а игроки на этих уровнях и не особо умеют в танчики, и не особо знают матчасть, поэтому спокойно можно наслаждаться игрой. Просто выезжаешь в толпу противников и начинаешь разбирать одного за другим. Бояться стоит только тех, кто найдет ваши уязвимые места и начнет пробивать. Вот таких надо убивать в первую очередь. Потому что если противник знает, что лоб башни у танка картонный, то прямо в маску начнут напихивать по самое не хочу, а этого допускать нельзя. Если получается спрятать свою картонную маску, то можно стоять и тупо разряжать в себя всех противников, пока союзники методично разбирают их. Вот на Уайт-парке спрятался за колонной и принимаю все ББшки и голду. Иногда кому-то удавалось пробить, если бронепробитие прокнуло. Но чаще всего я слышал сладкий звук рикошетов и непробилов. Мне так это понравилось, что я даже сам забывал в ответ стрелять. Непередаваемый кайф. По результатам боя я на танке 5 уровня натанковал 3100 единиц. И стал уже думать, как я выложу на вот реплейс лучший бой по натанкованному урону на уровне. Зашел посмотреть результаты других игроков и прифигел. Лучший результат за все время существования танка – почти 11 тысяч натанкованного урона. 11 тысяч, Карл! И это был не тренировочный бой. Да такого не каждый маус сможет. А советский тяж смог. Я по-прежнему продолжаю иногда выкатывать эту машину. Очень уж хочется взять на нем 3 отметки. Это непросто, но достижимо.